Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Сегодня я буду делать компот, закрывать из черной смородины, малина. И немножко у меня есть красная смородина, это у меня в огороде. Все, я собрала наши плоды с нашего огорода. Красная смородина, это уже, она уже проходит, и которая еще осталась зеленая, это вот немножечко осталось. Я все промыла. Банки у меня стерилизованные в посудомоечной машине. Еще даже горячие. И сейчас я буду уже насыпать. Малинку тоже промыла. Она такая мягкая у меня, что вот уже рассыпается. Смородину я промыла, но вот такие косточки я не убирала, допустим, вот такие маленькие на компот. На варенье то я все убирала, все эти косточки. Так, я поставила пока 6 банок, я не знаю, сколько у меня будет. Это 2-литровые банки. Буду понемножку добавлять. Дальше чуток смородинки и малинки. Еще мяту добавляют, но у меня нету мяты в огороде, то будет без мяты. Но особо еще, если взять, например, есть конфеты мятные. Здесь в Америке есть шоколадные конфеты, но они внутри есть такая прослойка мятная. Допустим, у нас их никто не любит. И шоколадки есть тоже с мятой. Тоже не любитель. Так что я думаю, может быть, и компот мне этот тоже не понравится. Ну, можно баночку было бы попробовать, но так как у меня ее нет, то будет без мяты. Так что сейчас буду насыпать банки. Все, подготовила я банки. Насыпала ягоды. Вот сколько у меня. Получается 2, 4, 6, 8 банок. Вот, снизу идет смородина, малинка. И красная смородина. Там несколько ягод ее. И один кап сахара 240 миллиграмм. Вот такой. Я уже насыпала. И сейчас я их буду заливать кипятком просто и буду сразу закрывать, попереворачивая, чтобы сахар растаял. Обычно я делаю, как бы заливаю, потом сливаю, потом еще раз. Ну, вишню я так делаю, клубнику делаю. Ну, смородина как бы маленькая и малина такая мягкая, то я надеюсь, что все будет хорошо, и у меня получится, ну, все будет нормально, и только один раз залью кипятком, и все. Уже у меня водичка закипает, и сейчас я уже буду скоро наливать. Так, заливаем кипятком. И закрываем. Крышки я постерилизовала. Тоже в кипятке просушила. Вытерла их. И вот. Очень удобно так. Эти крышки, они хорошенькие. Не нужно никакой ключ. Просто так вот закрутил. И все. Надеемся, компотик, ой, у нас будет вкусный. Все, компотик наш готов. Я уже его переворачивала, сахар там растаял.
Вот цвет уже появляется. И банки я, эти банки в Америке, я их никогда не переворачиваю другой стороной. Так ставить я ставлю вот так постоянно. Всегда. На Украине, когда жила, как-то там, не знаю, делали все так, и я делала. Переворачивали мы их, чтобы они так стояли, пока горячие. И сейчас я еще полотенцами их накрою. Так. Сначала туда немножко. Остывают. Все. Всем спасибо, друзья, за просмотр и всем пока-пока.